Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупуп, и сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайтик под названием GDrop. Пополнил данный сайт я на 25 тысяч рублей. Обычно, когда такие пополнения залетают, что-то хорошее происходит, но, к сожалению, это уже второй депозит такого масштаба. Но если ты данный ролик видишь, значит, мы определенно точно что-то выведем. А если мы что-то выведем, значит, пиши свой комментарий, значит, и розыгрышу тоже сегодня быть. Обязательно. Если захочешь пополниться, вот сюда вот 11 лу вводишь, дает тебе 11% наполнения. Что ж, ну а мы поехали поскорее начинать. Судя по доступным всем бесплатным кейсам, я думаю, и так прекрасно понятно то, что первый депозит у нас просто отсюда улетел. Фаст прокрут мы убираем. Призрак мобиль, 12 500 рублей за прокруточку, полетело. Сразу же Азимов, давай, сразу отдай мне тот минус, который ты мне сделал. В принципе, я буду доволен. 16 тысяч рублей. Неприятно. Могло бы быть и больше. Но хотя бы так. Окей, давай дальше. Ой-ой-ой. А вот это вот очень плохо. А вот это просто бритва. Хотя нет, смотри-ка, Тимукао. Но и та не зарешала данную ситуацию. Хорошо, тогда идем далее. Призрак мобиль. Кейс. Достаточно такой окупной. Я надеюсь, да. Да, все хорошо. Все прекрасно. 24 тысячи рублей. Просто мой баланс за 5 прокрутов кейса. Как вам такое? По-моему, сильно. Хорошо, еще один разочек тогда отдавай. Отдавай минуса. Ну да-да-да, просто отдает минуса. Окей, почти 50 тысяч рублей уже на балансе имеется. И это достаточно хорошенькая такая сумма. Просто для того, чтобы посидеть, поиграть на сайте под названием GGDrop. 17 тысяч еще. 51 тысяча рублей. Да, да, 51 тысяча рублей у нас с тобой становится на балансе. И, конечно, хочется открыть кейсик Rush A and Rush B. И посмотреть, мало ли что-то хорошее, прелестное, интересное в нем все-таки может лежать. Но пока что я вижу только одно разочарование и расстройство. Но, тем не менее, можно как будто бы сделать даже из этого всего контрактик. Какой-нибудь вот такой вот первый. Не посмотрел сумму, провтыкал я этот момент, ну... Как будто бы даже окей, наверное. 15 тысяч рублей, нет, минус 1000 съел всего лишь. Ну, давай, пятнашечка, 6,5, я тебя услышал. Но все же хочется какой-то хорошенький дроп выбить с данного кейсика. Может быть, вы все-таки разрешите Семе окупиться с него. Великий демон, все, ну это окуп. Это 44 тысячи рублей, это прям очень даже приятно. Хорошо, еще 5 кейсов полетели. Так, это... Ну, выглядит это очень даже сомнительно. 22 тысячи вместо 30. Но стоит, я думаю, стоит сделать контрактик. Посмотреть, мало ли, может, все-таки контракты сегодня одумаются и решат нас окупить. Хотелось бы, конечно, какие-нибудь грандиозные суммы выигрывать. Но я думаю, 1075-80 GDrop нам больше с тобой, к сожалению, вряд ли, я думаю, даст. Вот так вот будет правильнее. И все, и опять тридцатка, и опять полтинника нет, и опять одно расстройство и разочарование. Ну, кровавый спорт сразу же залетает за 14 тысяч рублей, и помимо него не залетает, наверное, ровным счетом ничего. Ладно, тогда еще 5 кейсов открывается, поскольку баланс не будет оставаться. Вот, вот, ну можешь же, когда хочешь. Ну почему сейчас так хорошо? Почему, ну... Как хорошо, плюс 8 тысяч рублей. Я думаю, куда более интересно будет сейчас дроп по дропу. Ну, кстати говоря, это вот тоже хорошо. 39, даже больше, чем в предыдущий раз. Хотя в предыдущий раз теория чисел выпала. Ну, смотри, полтинник и сразу же просто... Ну, набревалово, ну, жесткое набревалово. Ну, давай, ладно, контракт. А что нам еще поделать, правильно? Контракт, что-то порядка 4 или 5 тысяч рублей дает нам 1700. А почему такая отмена по контрактам, я не понимаю. 8200 рублей засовывается в контракт и получаем 5000. Это, чтобы вы понимали, я только что 5 кейсов открыл на тридцатку. Вот так вот просто тридцатка по щелчку пальцев просто улетела. Ну давай что-то хорошее. Во, перчатки, а они здесь все это время были. Одуреть. Ну, это прям хорошо. Кто-то выбивает, кстати говоря, зуб тигра с апгрейда. Сёма выбивает перчатки за 15 тысяч рублей с кейса. Ну, тут приоритеты расставлены, понятное дело. Ну, давай, давай, давай. Ладно, 35 тысяч рублей. Ну, плюс пятерочка, ладно.
Ладно, тоже окуп, тоже приятно, хорошо. Так, это плохо, это, ну, такое себе, это очень плохое открытие. Как, в принципе, и всегда. На 2500 рублей, что это за контракт такой после кейсов по 6000? Ребят, ну вы чего? А где мои окупы с контрактов? Я вот этого тоже не понимаю. Просто ничего не дает контракт. А, ну, с 8029, как вам такая история? Мне нравится, я одобряю. Такой камбэк, наверное, великий. Действительно, великий камбэк. Мне очень сильно понравился. Хорошо. Так, 26 тысяч рублей. Но это не окуп. Давай тогда еще откроем данный кейсик. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как ты умеешь не окупать? Ты просто такой хороший кейс. Действительно. Но он может как и дать хорошо, так и просто, но забрать. В основном, конечно, забирает. Ну, как и любой, в принципе, сайт. В основном забирают. 18 тысяч рублей контракт. Ну, давай. После такой череды неудач, я думаю, ты мне что-то поставишь, надеюсь? Да, 5 тысяч рублей ты мне поставишь. Спасибо тебе большое. И на этом, дорогой мой мил друг, два кейсика Рошейн Дрожби, которые нам приносят с тобой... Одни разочарования они нам с тобой приносят, к сожалению. Окей, еще один кейс, и падает щелкунчик за 1000 рублей. Давай сюда его, просто сюда. 1000 рублей. Вместо просто шестеры. Ну, выглядит это очень смело, как будто бы. Как будто бы баланс приблизился к минимуму, просто к минимальному своему. Ну да, еще и лабиринт. Ну, расскажите, ребята, ну давай продадим, ладно. 3500 рублей остается на балансе. Как вам такая история? Как по мне, как будто бы закаленная. Окей, пускай будет магический кейс, я уже в него не верю, но не стоило бы этого делать. Хорошо, еще один. 1000 рублей. Спасибо большое. И на этом. Окей, так, так, так. 3600 превращаются в 1200. Я хочу напомнить то, что за сегодня полтинник на сайте. Просто вот за сегодня. Вот так вот полтинник залетел. Ну ладно, GG Drop. Я в тебя верю, как никогда не верил, поэтому давай вот сейчас 10%. Конечно же, ты не дашь его, но у нас есть еще возможность окупиться после бесплатных кейсов, так что я думаю, попробовать это сделать точно стоит. Окей, вот так, а вот так, вот, нет, здесь давай мы с тобой, пожалуй, наверное, посмотрим. Мало ли, что-то интересное, хорошее, прекраснейшее. Ну, точно не гемоглобин. Вот синий фосфор бы, если бы залетел, я бы тогда сказал, ух, как это хорошо. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Ладно, элитный кейс. 9000 рублей. И дает он нам красный зверь. Кстати говоря, гемоглобины за 3000. Одуреть. 7300 рублей контракт. Последний, наверное, который мы сегодня можем сделать. Но 6400 он нам дает. Окей. Нет, давай, наверное, не последний. Кейсик-самокатчик. Три роска, которые даст нам облом, кайман и обезьянье дело на 7000. Подожди, может быть, тогда попробуем раскрутиться с данного кейсика, если это получится. Ну, как-то сомнительно это, конечно, получается. Ну, ладно, тем не менее, уже на 4 кейса хватает хотя бы так. Красной зверь, спасибо. Цвета прибоя тоже приятно, но... Ну, просто в ноль. Плюс 200 рублей, это для этого кейса это точно не плюс никакой и ни разу. Смертоносные кошечки, ладно. Ладно, вот тут все окупило. 12 тысяч рублей, вот это другой разговор. Вот это хоть какие-то суммы. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, ладно, давай тогда контракт. Если так плохо дало, давай тогда действительно контракт стоит сделать. 700 рублей. Ну, тоже неплохо, да, как бы. 13 тысяч рублей. Ну, какие-то суммы начинают опять вырисовываться, но все же. Как будто бы мало, действительно. Окей, Wildfire, приятно. Но это плохо. Это окей за 6 тысяч рублей. За 700 плохо. Но 16 тысяч, тем не менее, каким-то чудом просто. Невообразимым оно сейчас 16 тысяч поставило. Ну ладно, продолжаем тогда. О, вы видели это? Перекрутило. Это подкрутка, дорогие друзья. Или у меня просто сайт залагал. Не знаю. Решать уже конкретно вам. Но
4000 рублей, контрактик, еще 300. Спасибо. Подкрутка, видимо, не всегда работает. На контрактах точно нет. Ну дайте что-то хорошее. Ну какие 5500, ну вы чего, ребята? А где деньги-то? Ну а денег-то и нет, наверное, больше. 5000 рублей контракт, который дает нам 7. 7. Это даже звучит ужасно, я не знаю. Ну контракты, ну вы чего? Вот это вот другой разговор. Конечно, небольшой плюс, 8000 рублей всего лишь, но тем не менее, 8000 рублей. Что, не деньги? Да деньги, конечно. Хорошо. Ой-ой-ой, сразу же куда-то в дрезну полез, в жесткую. Ладно, вот так, 6000 рублей, контракт. Кстати, очень хорошо купился данный кейс, мне очень даже нравится. Ну, типа в ноль, или там чуть-чуть минус. Но 17 косарей с него просто выпало. Окей, контракт на 17 тысяч, который дает 15. Выглядит неперспективно. Кейс Рошей НРШБ, который дает нам Азимов, вот эту вот всю шелуху на 7000 рублей, 3 предмета. Как будто бы не прикольно. Ну, пятнашечку, ладно, пятнашечка залетит. 35 тысяч рублей контракт. 30, мать его, 5000 рублей, которые приносят нам в ноль. Просто кукри отдают. Не хочу в ноль, хочу в плюса. Дайте хотя бы какие-то деньги. Великий демон залетел, ничего себе. 8500 рублей контрактик. А, пожалуйста, ты не окупи, а следующий окупи. Ну, 22, нет, наверное, не стоит такое делать. Слишком жирно будет. 57000 рублей того становится у нас с тобой на балансе. Конечно, хочется, наверное, пойти куда-то уже, наверное, на кейсик подороже. На синий кейс, пускай будет он. Так, дух огня за 19000 рублей. Подожди, стоп. А вот тут вот могут быть деньги. 41, потратили мы 38. Ну, тем не менее, как бы, сколько бы там скинов потом неокупных не было бы, мы все равно в плюсах. 12 тысяч потом за... А, чего? Опустошитель за 17 тысяч рублей. Ребят, вы когда-нибудь такое видели? Вот я не видел, поэтому его вводить, я думаю, тоже его не будем. 88 тысяч рублей. Просто набили здесь баланс. И, значит, кейсик прямо с завода. Хочется открыть, но не буду. Не буду. Хочу 12 тысяч рублей, не знаю, залутать где-то чудом, может быть. И пойти открыть кейсик сувенирный. Как будто бы звучит для ролика куда интереснее, нежели кейс за 80 тысяч рублей. Ну... Ну, 48 потратили мы явно столько же. Ну, плюс 4000 рублей с кейса. Ну, окей, ладно, пускай будет. Хорошо, это минус, это плюсик небольшой, это минус, это плюс. Кстати говоря, очень хороший плюс. 65000 рублей. Да. Да будет сегодня счастье на Семиной улице. Кейсик сувенирный за 100000 рублей. Дорогое, конечно, это все удовольствие, но... Ради вас я готов постараться. 13000 рублей остается на балансе. И отсюда нам выпадает калаш рентген. За сколько? За 43000 рублей. Вот вам и на. Вот вам. И просто все вот эти вот окупы просто пропали в один миг с одного прекрасного кейса за 100000 рублей. Ну давай, ладно, попробуем на черно-белом кейсе окупиться. Там гипноз за 12 тысяч, окей, пускай будет. 5 кейсов на 50000 рублей. Поехали открываться. Вот тут на самом деле не так уж стрёмно, как в кейсе за сотку, например, да? Или в кейсе, пускай будет даже немного поношенный, потому что там один дроп, и он может просто сделать тебе очень плохо на душе. Тем не менее, кстати говоря, не особо-то он нас и спешит окупать. По плюс 2000 рублей дает, а? Как вам такая... Ну, конечно, хочется открыть еще раз. Ну, посмотреть, мало ли, может быть, все-таки еще что-то хорошее может быть в нем, а не только плохие новости. Окей, минус 1000 рублей. Тем не менее, мы продолжаем. Механопушка за 12, Азимов за 18, гипноз за 12, 13 и... Ну вот это вот, плюс 18, как будто бы уже другой разговор. Еще двадцаточку набьешь, и будет тогда все хорошо. Угу. Это плюс, это минус, это ноль, это минус, это плюс небольшой.
Ну, плюс 2000 рублей. Окей, пускай да. Пускай будет. Хорошо. 12, 8, 12, 4, нет, 7, окей. 6000 рублей плюс оно. Пожалуйста, плюс они, еще десятку мне, 60000 рублей. Дай сейчас с этого прокрута. И, в принципе, мы сможем уже открыть кейсик сувенирный за 100000 рублей. Но это очень-очень плохой минус. Минус 17000 рублей с прокрута. Это одуреть можно на самом-то деле. Ну дай, ну господи, ну в тебе же есть такие хорошие скины, плотные просто. Вот перчатки, хотя бы одну покажи. 21 тысяча за поток информации. Хрена, это графит? Да. 75 тысяч, вот она рыба моей мечты, дорогие друзья. Вот он кейс за сотку, сувенирный. Полетел второй раз, ну это же, это ли не чудо просто? Сувенирный Desert Eagle Fennec. Ну да, пошел я просто далеко и надолго, это же дроп. Ну спасибо, просто реально. Выглядит это, конечно, как полная шляпа какая-то. Окей, 4 кейса зеленых, поехали. Может быть, все-таки ты меня обратно отбустишь? Обратно до сотки, по 21, вот такую же сунь. Отлично, 65 тысяч, просто какие камбэки лютые сразу же. Просто моменталочка камбэки. Давай до сотки за 2 кейса. Ой-ой-ой, походу будет. 38 тысяч рублей. Одуреть. Ать, 7. Просто моментальная карма для сайта. Так, продолжаем. Ну, есть же. Деньги-то есть. Вот же они. 117 тысяч рублей. Третья попытка открыть кейс и окупиться с сувенирного кейса. Ну, что тут должно, блядь, выпасть, чтобы... Бабочка. Ну, сколько ты стоишь? 108. Нет, я это продавать уже не буду. Хватит. Пускай даже плюс 8 тысяч рублей, но это хотя бы 0. Да, условно говоря, для данного кейса. Отлично, оставляем. 108 тысяч рублей. И поехали какой-нибудь дроп сегодня на розыгрыш обязательно выбивать. Так, смотрим. Это что здесь у нас? Это у нас... Это, конечно, окуп, но... Не унуар, как будто бы разыгрывать-то и не особо хочется. Ну давай, ладно, вот такой вот 17 тысяч контракт. 12 выпадает, пускай будет. Оставим. Окей, вот так. Вот так. И на 1000 еще вот так. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну как будто бы помимо не унуара ничего хорошего-то и не выпало. Можно было бы и не унуарчик разыграть. Паслин выпадает за 800 рублей. Речь, может быть, до 8000 ты меня все-таки как-нибудь накрутишь? Кит крутишь, я в принципе буду даже доволен. Давай немножечко. Ай-яй-яй, вот это вот скам. Планетарных просто масштабов скам. Окей, ладно, что ж. Вот такой вот видеоролик сегодня у нас с тобой получился. Обязательно не забудь подписаться на канал, поставить лайк, написать, конечно же, комментарий. А так, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.